Привет-привет. Dark Souls 3 на канале Туда-сюда. Здравствуйте, надеюсь, сегодня будет у меня нормальный звук. И прошу прощения за предыдущий эпизод. Кто-то протирал микрофончик от пыли и случайно оторвал провод. Так, что мы тут делаем? Я немножко переоделась. И пока я вспоминаю, что к чему... Вы подписывайтесь, ставьте лайки. И приглашаю вас к просмотру. Короче, знаете, что я хотела наведать Фриду? И могу вам сказать вот что. Фрида теперь у нас проходится только без Гаэля, потому что после боя с... Как они там назывались? Демонами... Гаэль исчез. Ой. Ой, а я на какой-то другой ярус приземлилась. Ладно. Слушайте, вот тут вот отчетливо слышны чьи-то шаги. Это прямо оттуда снизу или откуда? Я не пойму. Не пойму, кто где ходит и почему мне так громко его слышно. Не знаю, ладно. Попробуем ящерку затащить. Да что ты? Куда ты? Вот так. Так, а нельзя ли здесь еще куда-нибудь спрыгнуть и не убиться? Ну, полагаю, что нет. Так, я там ходила, короче говоря, сразу в какую-то нишу-подвал. А может быть, мне стоит куда-то сразу вот к этому чуваку сходить? Наверх, вон туда. Ну-ка, давайте попробуем. Попробуем. Вот какой-то тут сидит. Кто это вообще? Ой-о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 й. Так, где безопасно-то? Так, а он что-то тут... А, еще, короче, тот, что снизу был, еще к нему подвылез. Супер. Супер. Так, магия неплоха против него. Ай-я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 й. Нифига он их близко наколдовал. Он так может? Прикольно. И кто это такой? Я не знаю. Какой-то был... бородатый, волосатый. Не знаю, кто это. Сейчас будем изучать. Опять бы, лишь бы мимо не промахнуться. Так, так, так. Знаете, что хочу? Другой меч хочу. Этот, что ли, взять? Наверное, будет тяжело. Да, тяжеловато, блин. Ладно, оставим так. С той стороны болото будет еще, да? Супер. Обожаю болото. Если нас, конечно, вообще туда пустят. Что-то я как-то медленно бегу. Здесь надо пряменько вот так вот. Вот. Хорошо. Ну и как-то мне надо как-то придумать что-то. Наверное, опять пойду внутрь и сначала убью вот этого красного, чтобы он не мешался. Какой-то исчезательный там чувак. Возможно, на него мороз будет действовать. Не знаю. Вон там он сидит. Тын-тыри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 н. Вот так вот и вот сюда вот. Так, на всяк. Давайте. А, классно, он мне прям... Да, блин. А вы не могли бы... Не все сразу, а по очереди. Надо, наверное, подождать, когда вот этих сожгут. Да? Сожгут же их или нет?
Или до них не достает? Мы сейчас выясним. Тоже, когда близко подходишь, он же огонь там, это самое, напускает. Ой, не нравится мне слово «кастует». Вот не знаю, почему. Оно какое-то. Бегом, 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 бегом. Интересно, если я в кошке вон туда прыгну, на купол вот этой штуки, я убьюсь или нет? Как думаете? Попробуем? То что-то мне кажется, я так долго буду страдать. Где там она? Или тут не попадает? Да, ну вроде вот как вот, да? И вон там он вроде что-то, да, должно быть. Не предусмотрено. Окей. Причем я даже не долетела никуда, просто сразу умерла и все. Ох уж эти эксперименты. Ладно, больше не буду так делать. Верну назад стальную защиту. Так. Опять у меня камера вырубилась. Пришлось немножко ее пошуршать ей. Ну как камера, телефон, который я использую в качестве вебки. Там периодически приложение решает, что оно устало. Давно, кстати, такого не было, по-моему. Так, я пропустила первый момент. Вот теперь можно. Сюда долетает, блин. Ай-яй-яй, чуть не шмякнулась помимо. Слушайте, ну я там так много всего вижу. Будет неприкольно, если мы туда не попадем. Да что ты будешь делать? Так это значит, от вас таки был звук. Все. Вопрос решен с одним. А второй сюда не слезет? Возможно. Ага, идет. Да, ну с ними мне тут проще будет разобраться. Что, по-моему, у него голова куда-то отпала. Напрочь. Такс. Все. Никто больше не желает ко мне сюда сигануть. Я хоть запись-то включила? Угу. Ага. Погнали. Погнали дальше. Так, ну что, внутрь? Давайте попробуем. Там еще один просыпается. Нет, давайте тогда сначала сюда. Ай-я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 й
Ой, ой. О! О! Это вообще прикольно. Многих из нас оставило пламя. Ты кто? Подобных тебе и подобных мне. Узри этот город. Мы родственные души, как два глаза, смотрящих в одну сторону. Не бойся тьмы, друг мой. И пусть начнется пиршество. Чё, блин? Ты кто? Странствующий рыцарь скитался, не зная покоя. Искал ту, кого нельзя было искать.
Только бездна помогла ему, хоть он так и не обрел свою любовь. Не бойся тьмы, друг мой, и пусть начнется пиршество. Многих из нас подобны. Узри, не бойся тьмы, и пусть... А дать ты мне ничего не дашь, что ли? Так, про какого-то черного рыцаря что-то мне там. Замок. Ладно. Сидят всякие. Ай! Да! Настырный какой попался. Офигеть. Все страньше и страньше. Я хочу убить этого большого, который там сидит. Он там сидит вообще. Ну что, пофиг на тех, которые там ходят. Они все равно там в каком-то энном количестве возрождаются. Так, какой план? Куда поползем в этот раз? Так, вот так, вот так наверх и вот туда. Но я все же хочу это самое. Попробовать как-то еще с ним справиться. Может, с ним как-то можно подружиться, но я сомневаюсь. На чем он тут сидит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, опять я упала. Да, причем нас напрочь упала. Где там спрятаться можно, чтобы его порубить? И как? Что-то я не продумаю никак этот план. Слушайте, а этого красного, может, тоже он делает, который... Его, может быть, тоже нельзя убить. Чё-то я не вовремя побежала. Да, напрочь. Может, рвануть его получше получится? Давайте попробуем. Сейчас заряжу. Такс. Где тут у нас было это? Где? А, у меня стоит, собственно, все на месте. Ну ладно. А я чё тогда? Да уйди ты. Что-то сегодня у меня такое чувство, что у меня с навигацией барахлит что-то. Переподключить, что ли? Три. Побежали. Побежали. И бамс. И отсюда тоже надо уйти. Да. Такс. О, разве можно так делать на лестнице? Я не знала. Мне кажется, раньше нельзя было. Я, правда, не знаю, когда раньше, но когда-то, мне кажется, я пробовала, и у меня не получилось. Это надо вот как-нибудь вот. Ай-я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 й. Да, блин, опять у меня на голове это самое, то самое. Хм.
Мне там советовали гайд почитать перед этим. А я такая, я уже все прошла. На самом деле, просто я немножко неправильно поняла, насчет чего был разговор. Вот. Но гайд я все равно смотреть не буду. Иначе неинтересно совсем будет. Я, правда, даже с гайдом это самое косячу, но, блин, нет, не надо. Эта локация задумана сложно и специально. Значит, возможно, здесь все можно за счет смекалки решить. Пойдемте все-таки обойдем его, пока не будем его трогать. Может, я потом откуда-нибудь его с другого места сниму. Так, вот. И значит, я должна бежать на лесенку очень быстро. И вон туда на лесенку тоже очень-очень быстро. И возможно... А, нет, невозможно. Ай-я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 й. Он побежит за мной? Так. Здесь выскакивает кто-то. Действует или нет? Ой, там внизу какие-то такие тоже сидят, стоят. Видимо, нет. А так? Блин, а самой отойти. Видимо, пока я его не это самое, ничего не произойдет. Подождем. Какие-то у них тут у всех дыры в груди. Какие вы быстрые, ребята. Просто не в сказке сказать. Ну, я уже тоже типа того. Не лыком шито. Ой, не нравится мне это место. Кто-то где-то постановит. Так и знала. Откуда он? Вверху, что ли, откуда-то? Ага. Ко мне очищение. Аж два штуки. Ты еще будешь мне тут гром... О, да вас двое, ребята. Прикольно. Зачем ты сиганул с парапета? Так, что-то тут где-то тут... Они просто висели здесь? Ага. Ладно, значит, заходим. О, наконец-то. Чудно. Клетка. Так, это какой-то у нас, значит, шоткат. Откуда-то сверху. Тут что? Приколы эти из-за угла кругом. Что дают? За приколы. Все ясно. Так, туда куда-то вниз, а здесь куда? О!
О, ты похож на лапа. Приятно встретить тебя здесь. Какое счастливое совпадение. Мы искали одно и то же место и оказались здесь одновременно. У меня кое-что... Давай выпьем по маленькой. Ну вот алкаш. За мои поиски и за твой долг. И за радость, что ждет нас. Ну давай, до дна. Надо было напротив него, короче, это сделать. Ну ладно. А теперь я пойду искать монолит очищения. Ты все еще не нашел? Найду его, и память вернется ко мне. Вспомню, кем я был, зачем жил, как меня звали. И что за жуткую обиду я таил. Не знаю, мне просто кажется, что я был именно таким человеком. Не забивай себе этим голову. Мне просто так кажется. А теперь... Ясно. Уголечек. Неспроста. Так, тут, значит, кроме лапы и балкончика ничего не будет больше, да? Ну, пойдемте. Глянем, что там внизу. Ой, ой. Ой. Ты что такое? Ясен, понятен. От проклятия нужен кольцо. Куда делись мои склонения? От проклятия, пожалуйста. Мне нравится одежда, в которой я хожу, но мне кажется, на данном этапе мне переодеваться прям не хочется. Я бы надела что-нибудь полегче и взяла другой меч. Откуда вот он здесь выколупался? У него такие прям кристаллы были на спине от проклятия. А дайте-ка я еще шкурку какую-нибудь от проклятия надену. Проклятие 22, 27, 31, 34. Так и будем. О, 52. Доспех убийцы. Не шутя, не шутя. Мантия чародея нам подходит. Придворного чародея тоже подходит. Старинное платье. Ну ладно, так и быть. Старинное платье не будем одевать. Они тут бросаются. Сейчас будет очень, очень фэшн. Вот это да. Ну, погнали дальше. Ну как погнали? Сейчас ведь кто-нибудь еще выпрыгнет на голову. Мне хочется взять что-нибудь с выпадом. Не подходи лучше ко мне совсем. Да блин, куда мне этого вашего говна на веревках, простите. Сейчас еще кто-нибудь сиганет на меня. Уж больно здесь тихо. Летить, колотить.
Быстрей колдуй. Быстрей колдуй, пожалуйста. Фу. А вы еще говорите, проходи не за мага. За мага это скучно. Мне очень весело. Какой-то новый этот самый. Блин, я аж не посмотрела, что за него дали. Здоровье в груди. Так, ну и что тут у нас? Ну, кто бы сомневался. Кругом проклятие здесь навешивается. Так, мы спускаемся, все, спускаемся и спускаемся вниз. Ход сверху я, наверное, так и не открою. Да это можно как-то мне... А, это ты вот такая вот, которая толкается. Ну, сыпется с них и сыпется дерьмецо. Еще. Ой. Еще что-то новенькое и какое-то довольно быстрое. А! Опа, что-то кастует. Не знаю, что это было. Я предпочитаю не знать. Похожи они на этих, на паломников. Угу. Значит, туда мы тоже пойдем. Ясно, понятно. Ну, я вот отчетливо слышу, что там кто-то есть. Какой стороны только? А. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лучше из этого кружочка сразу выходить. Я поняла. Конструкция похожа на лифт, который ввел Ванор Лонга. Шахту, которую я стабильно падала, скажите, в первой части. Ай-я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 й. Да уйди ты. Там еще он один ползет. Меч, верни на место. На, вот тебе. Что, думали, только вы тут подлые? Ты вылез. Да блин. Все, хватит. Наконец-то, блин. Все? Ничего больше нет. Ой, и фляги больше нет.
Чудно. Со щитом. Ой, у него щит в виде какой-то головы. Ой, а тут еще и в меня будут это самое делать, да? Так, простите, но что-то мне надо куда-то сбежать от вас пока что. Включаем режим драпания. Поговорить? Назови имя своего бога. Твоего бога, если ты его помнишь. Ах, значит, ты еще помнишь. Пожалуй, мы можем поговорить. Меня зовут Шира. Я служу принцессе Филеоноре, матриарху церкви. Тем, кому известно имя Бога, должны быть известны и красоты. Говори быстрее. Я обнимаю принцессу. Не успела она договорить. Короче, но мы сюда вернемся. Там надо более тщательно все расчистить. Блин, сейчас опять там будет их целая куча. Мне очень хочется другой меч, но я не знаю какой. А, может быть, теперь мне по весу и этот сойдет. Наверняка. Чё там? Куда там? Куда-то сюда. Ну, так-то получше будет. Падай уже, давай. Вот он. Ну, и подлиннее, а еще у него есть вот такая штука. Хорошо работает в узких помещениях. Да не надо меня пихать. Вообще не люблю, когда меня трогают. Травка так шуршит забавно. Рак. Ой, в кусты уперлась. Доспех рыцаря города за стеной. Вот сейчас мы все про него узнаем, про этого черта. Где он? Где он с дурой? Вон, вижу. Итак, от кровотечения мороза хорош. Баланс. Покореженный черный доспех рыцаря из города за стеной. Доспехи древних людей выкованы в бездне. И в них все еще теплится жизнь. Так что боги наложили печать огня на эти доспехи. И их владельцев. А, короче, смотрите. Он выглядит как вот это затмение, да? Темное солнце посередине, кровавый этот подтек кроваво-красный посередине. Это интересно, это на подумать. Тут ничего, никого. Так, тут будут всякие... У меня тоже молнии есть. Блин, дофига трачу фляги, короче, на это. О, а вот это хорошо, то, что они с двух ударов. Все? Это были все? Не все.
Ты откуда взялся? Не надо тут это все делать. На люстру пойдем? Не пойдем. Ну что ж. Глупо. Но зато как красиво я летела, а? Просто шикарно. Ох. Блин, еще раз все вот это вот. Там про принцессу, которую я должна оставить в покое, мне втирали опять. Что за принцесса? Этот явно что-то тут пошел кого-то звать на помощь. Надавали опять. Знаете, что надо надеть? Знаете, что надо надеть? Наверное, вот это можно снять. А у меня тут такого нет колечка. Блин. Блин, опять. Ну ладно. Или тогда хотя бы так. Раз уж на то пошло. Хотела я это. Так, тут надо запастись вот этим. Очень быстро. Три раза. И мне не хватило. Ладно. Для чего-то же меч у меня есть. Вон он сидит в кустах. Я его увидела. Ну и все, что ты думаешь? Вот так вот. А нечего на меня выскакивать. Вот, по душам прям хорошо пошло. Колечко-то нехилое такое. Раз и два. Тут вот узковато. Нифигово они меня за это вали. Где вы тут? Так, еще один. Нет, нельзя. Нельзя так делать. Я нервничаю из-за этого. Ну что, аккуратненько по лесенке будем спускаться. Или все-таки сигануть на башку этому? Я же опять удрюпаюсь. Ладно, пошли по лесенке потихонечку. Сейчас вот так вот сделаем. Ну иди, где ты там? У него копье. А я думала меч. И зачем ты так вот опять сделалась? Тьфу, пропасть. Кувырки чудесные. За кадром, что ли, сюда добежать? Или посмотрите вместе со мной? Thank you.
Ну, а что там подел. Ну, стандартно, два раза тут огребаю, потому что не успеваю. Так, рыцарь. Рыцарь города за стеной. Раз. И отходим. Два. И три. И еще с дэшки. Эти души сейчас проколебешь. Кастуй давай. Нелюбимое слово свое. Что, не дали с него? Нет, ничего не дали. Раз. Блин, быстрые они все-таки. Такс. Раз. Два. Ать. Двать. Левый. Правый. Так, сначала их убрать, потом идти за душами. Сначала со всеми разобраться, а потом идти за душами. Откуда вот он вылез? Откуда сверху упал, да? Не надо. С вас спадает что? Ой, чудесно как. А ну-ка, давайте-ка. Мне бы в храм. Мне бы в храм. Ну я ж потом до сюда опять не дойду. Или сходить. В общем. Я и так уже очень много потеряла. Так что пока-пока. Ребятки. Что это такое? С лестницы не дают спуститься. Сейчас как я вкачаю еще какую-нибудь ерунду. И все. Силу, что ли, своему мечу добавить? Я уж даже не знаю. Да знаю я все, да. Я еще там город за стеной не прошла. Очень хорошо. Так, да. Позволь. Жизненная сила. Такое. Ученость. Вот стойкости мне катастрофически все время не хватает. Во тьму, недостижимую для пламени. Позволим принять. Не знаю. Так, интеллект. К 48 мы приближаемся все еще. А сила что, 22? Позволь. А для этого меча сколько надо? Не помню. Ладно, давайте, короче, в силу вольемся. Да прибудет с тобой, пап. У меня очень странный маг. Скажу я вам. Что-нибудь взять, что ли, у бабки? Что есть у тебя интересного? То я смотрю, люди всякие у нее покупали прикольные штуки. Оружие. Я только все ей продаю. О, вот это, кстати, что такое? Успех Фрама. Это я продала или у нее он был? Броня львиных рыцарей в Форсе сохранилась спустя долгие годы после разрушения их страны. Часто упоминается в бесчисленных легендах о тех, кого не оставил даже, не остановила даже смерть. Не знаю. Я ничего не знаю про это. Тяжелый капец. Шлем Морна. Успех Морна. О, смотрите-ка, у нее есть корона танцовщицы. От Мороза. Это интересно. И доспех Смауга. И чубчик от короля безымянного. Или как там его звали. Прикольно. А чё я раньше не смотрела? Мне, конечно, покупать ничего не буду из этого. Я думаю, взять, может быть,
Что у них была? Какая-то магия явно. Ладно. Пепел, не забудь. Ничего не буду брать, может быть, сейчас просто еще раз пройдусь. Там колечко-то я нацепила не зря. Внутренняя стена. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Чё? На, вон туда. Надо в следующий раз аккуратненько сюда зайти. Так, а вы, ребят, мне надоели, честное слово. Не знаю, как далеко вы за мной побежите, но прям у меня сил нет больше. Ой, чувствую, бегут. Нет? Никто не бежит? Это даже странно. Эй! Это что такое? Блин, сколько ж навоза, капец. Ну и здесь лучше против часовой стрелки. Раз. Два. Этому выпадом. Что-то не это самое. Еще один откуда-то пришел. Я, кстати, здесь зашла сразу, может, тут можно было еще что-то, но нет, вроде бы. Лестница, а теперь на повестке дня лестница. Так, у него очень там все быстро, и он пролетает просто со скоростью света. Все мои миазмы. Мне надо, чтобы он там задержался. Вот у него щит, конечно, непрошибаемый. А еще мне теперь главное не свалиться. Бежим, бежим, бежим наружу. Я не знаю, пойдет он за мной наружу или нет. Но снаружи мне будет... Пожалуйста. Получите, распишитесь. Да когда тебя прошибет-то? А, вот открылся я. Ох, даже уголь с него упал. Чудесно. Что-то наподобие черных рыцарей, да, таких? Рыцари города за стеной. Кто там еще-то в этом подвале сидит? Пока никого не вижу, но кто-то что-то на меня опять навесил. Где эта мерзость? Блин, где-то сверху, что ли? Ну, тут по всему. Интересно. Еха.
хочу спрятаться от тех, которые там идут. Они же сейчас пройдут по лестнице, да? И меня не заметят. А я тихо куда-нибудь... Валю. Какой-нибудь закоулочек. Ой, там еще рыцарь. Ну что ж, подготовимся. Подготовимся. Надеюсь, он там один. Вовремя открылся, конечно. Не для него, но для меня. Так, кто тут есть еще? Блин, мне прям страшно. Становится уже. Знаете, что еще вспомнила? Вспомнила про одно место в нарисованном мире, где я там на выступе не спрыгнула и на крыше не собрала лут. Я, конечно, понимаю, что он мне уже, скорее всего, не пригодится и не нужен нафиг. Искатель отверженных, темный дух, без угля. Сюда вторгся темный дух без угля. Серьезно? Так работает здесь? Очень интересно. И где он? Это от того, что я порубила дерево здесь? Или просто так происходит? Где он вторгся-то? Я никого не вижу. Вообще какой-то странный закуток тут. Закоулок. Эти за мной, видимо, туда залезли. Ай! Ты. Это прикольно, я еще раз так хочу. А можно мне еще раз так? Ай, походу нельзя. Это от которого мне прилетело? Главное, чтобы он на меня не прыгнул, а то я знаю, они любят это дело. Всё, я дальше пошла. Вот ты где. До одного места. Ой, 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 67 косарей в топку. Как вам сегодняшний эпизод? Я, как всегда, конечно, сижу такая вся размякшая какая-то. Я просто уже сегодня с утра психанула и дома кое-кому очень сильно досталось. Уже всю свою энергию туда, короче говоря, слила. Негативную. Так что вот, сижу опять на расслабоне. Так, вы за мной не ходите. Там рыцарь, вот это все. Раз. Два. Три. Ой, спасибо. Тут ткнули в меня. А,
мне нравится этот тычок после уворота. Он прям в тему всегда. Чё, этих пробежать, что ли, всех? Не знаю даже. Фиг с ними, да? Тем более тут я уже знаю, где лесенка, где чего. Пускай себе колдуют. Рыцарь вот там только. Ну и ладно. Тоже сейчас пробежим. Не больно-то хотелось с ними общаться, со всеми. С вами, точнее. Еще дальше надо было в другую сторону катиться. Не, эти души, короче, я уже, наверное, не заберу. Так, давайте сегодня не будем очень долго писать. Хочу пойти поесть. И я, черт знает, зачем вам эта информация. Я просто вам рассказываю о том, что я делаю это все без склейки. Ну, то есть, если и ставлю на паузу, то как бы все это одним куском пишется, потому что меня раздражает потом четырехчасовой монтаж. Не хочу я вас, никого. Никого из вас не хочу. Вы тут все сидите на своих местах. Вот и сидите там. Но ведь не добегу же. Да просто потому, что я не знаю, куда бежать. О, чудно. Забежала в какой-то тупик. А, тут лесенка, блин. Тут еще одна лесенка. Ха-ха. Ладно. Давайте еще раз попробуем на лесенку эту добежать. И все, на этом, наверное, буду заканчивать. Ну, когда я заканчивала сразу после того, как сказала, что все. Вот сейчас проверим, как микрофон работает. Самое главное, что я всегда перед записью последнее время проверяю микрофон. И вот именно на прошлом эпизоде я такая решила, да, ну, каждый раз все хорошо с ним. Зачем, типа, это? Лишние телодвижения совершать и не проверила. И микрофон такой. Это мой выход. Видали, как я уже всю дорогу выучила? А тут вот я так не пойду. Я вот, наверное, сначала подожду, пока они вот это все сделают. Да где ж ты? Сидишь-то? Я уже забыла. Так, что, они ушли? Нет еще. А, там их просто дофигища, да? Туда он еще как-то попасть можно. А как? Ладно. Убилась, короче, изрядно. Погнали. От одного чая убежим, что ли? Нет, не убежим.
Блин. Уйди ты нафиг. Уйди, пожалуйста, уйди. Ой, мне кажется, я в какое-то плохое место бегу, и здесь так делать вообще нельзя. Сейчас на меня тут повесят все, все и вся. Вот, в тупик в какой-то залезла. Ах, чудно. Нет, все, прощайте, 80 косарей. Сюда я точно не добегу. Зачем? Зачем я вот это делаю? Я же знаю, что так нельзя. Ну и не больно-то и хотелось. В общем, со следующего эпизода начну заново. Все буду планомерно исследовать. А пока скажу всем большое спасибо. Спасибо вам за ваше внимание, комментарии, за лайки, за донаты. Очень приятно их получать и, надо сказать, удивительно. Ну и все. Пока-пока.